І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за перебрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. Кремлівський пропагандист Соловйов чомусь вирішив, що саме він має право порівнювати війну в Україні з війною в Ізраїлі. Ізраїль наніс відповідь після того, як погибло 1300 чоловік. Після терористичної вилазки Хамас. Сказав, що це найбільші потери одноразові після Холокосту. Росія нанесла відповідь після 15 тисяч убитих на Донбасі за 8 лет. Напомню, во время войны в Афганистане мы потеряли 10 тысяч. Мир нас осудил. Мы, оказывается, жестокие. Мы, оказывается, не имели права. Он слеза была. За полтора года специальной военной операции погибло меньше детей, чем за три недели палестинцев в секторе Газа. Уже по 4 тысячи детей убито. Это кто-то может оправдать? Я нет. Мирных жителей погибло уже больше официально в Газе, чем на Украине за все время проведения специальной военной операции. Убито журналистов уже больше в секторе Газа, чем за все время проведения специальной военной операции. И что? Американцы сказали, стоп. Они говорят, да нормально. Продолжайте. Нормально, продолжайте. И говорят, не надо верить этим палестинцам. Ну, что они там говорят? Эти втягивают мир не просто в жуткую кровавую войну, но они полностью размывают представление о том, что хорошо и что такое плохо. Полностью. То есть, нет, ну, это же Хамас совершил террористический акт. Если на вашей территории он находится, вы все виноваты, будете детей. Это вообще вдуматься, когда официальный представитель или кто там, армия Израиля, на английском языке обращается к сектору Газа, в котором все отключено. И где люди говорят на арабском. Он им говорит на английском, уйдите в другую зону. И это всюду публикуют, это для чего? Такого маразму світ ще не чув. Але щоразу Соловйов доводить, що може видати ще маразматичнішу заяву. Тим часом представник Росії в ООН Василь Нєбінзя прочитав лекцію про лицемірство США. А ще той заявив, що Ізраїль не повинен захищатися. Свою заяву Нєбінзя пояснив тим, що, на його думку, Ізраїль є країною-окупанткою. І це підтверджує укладання Міжнародного суду від 2004 року. Послухайте. Не можу також не зупинитися на лицемірі Сполучених Штатів і їх союзників, які в інших, совершенно иных ситуациях, обращают призывы к соблюдению гуманитарного права, создают комиссии по расследованию, налагают санкции в отношении тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие. А сегодня, видя ужасающее разрушение в Газе, многократно превышающее все то, что они гневно критикуют в других региональных контекстах, удары по гражданским объектам, включая больницы, гибель тысяч детей – и ужасающие страдания мирного населения в условиях тотальной блокады, они словно в рот воды набрали. Все, на что их хватает, это твердить о якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону, хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году. Надеюсь, эти вопиющие двойные стандарты очевидны для наших коллег из стран глобального юга. Что касается безопасности Израиля, права на обеспечение которой мы признаем, то она может быть полностью гарантирована только в случае справедливого решения палестинской проблемы на основе известных резолюций Совета Безопасности ООН. Мы не отказываем Израилю в праве бороться с террором, но боритесь с террористами, не с мирным населением. В противном случае вы сами встаете на сторону зла и действуете его же методами. З такою колодою в оці сидить, та ще й в окулярах, але все одно, як бачимо, це йому не заважає читати з папірця кремлівську методичку.
Тут он ще одні пропагандисти розповідають, що так, у Дагестані стався спалах антисемітизму, але це всього 1% з пачки мармеладок. А ви взагалі бачили, кажуть, що в США відбувається. Це вашій увазі наочний приклад роботи улюбленого пропагандистського прийому – зміщення фокусу уваги. Я осуждаю і антисемітські виходки. Звісно ж, неприємливо те, що ми бачили в Махачкалі. Треба одразу сказати, от правильно колега закончил, я ще раз підчеркну. Антисемитизм – явление, оно международное, и в нашей стране, кстати, этого меньше всего. То есть то, что произошло в Дагестане, это вспышка в отдельно взятой территории, и то там участвовала не то чтобы вся республика, но это не какой-то средний градус по больнице в нашей стране, слава богу. Если мы посмотрим на те же Соединенные Штаты Америки или Великобритании, то там это культивируется чуть ли не в высших учебных заведениях, и там этого всего больше в разы. Это раз. Но я также не могу не подчеркнуть и тот факт, что сегодняшние действия Израиля не только в секторе газа, но и на международной арене и в дипломатическом пространстве всячески значит, питают этот антисемитизм и ненависть к Израилю, ну и, соответственно, к еврейскому народу. Не только в нашей стране, по всему миру. Из образа жертвы мы видели, как, собственно, создался образ агрессора, которому уже не сочувствуют, но которого порицают. Кого это напоминает? Вот все вот эти ответы в ООН, да, когда постпред там говорит, все, ООН лишилась легитимности. Да, Украина. Чуть что не по их, они готовы встать против всего мира, потому что они правы, отвечая на ваш вопрос. Тогда, почему? Значит, простите, Украина уже больше полтора года военной, специальной военной операции, еще за несколько лет до, занимается успешно во всех международных Конечно. Организациях всеми вот этими спектаклями. Да, а тогда почему? Получается, что никакое международное осуждение ничего не поможет. Конечно, до тех пор, пока и за Украины, и за Израилем стоят Соединенные Штаты Америки. На Росії вже розправилися з баптистами, а тепер настала черга навести порядок в ісламі. Тільки послухайте, що несуть ось ці кремлівські так звані експерти. Слушайте, взагалі пора нашим спецслужбам присмотреться к вот этим вот подпольным, полуподпольным молельным домам. У нас есть традиционный ислам. У нас есть мечети, у нас есть имамы, которые рассказывают, объясняют, что такое ислам, как надо верить во Всевышнего. Как молиться? За что молиться? А если это подпольный какой-то молельный дом, значит, это, скорее всего, секта. А если это секта, значит, это, скорее всего, иноагент. Мы это все проходили со свидетелями Иеговы, там, с этими всякими баптистами, пятидесятниками и прочими орлами. Надо с этой точки зрения посмотреть. Он ще один виліз. Кисельов каже, слава Богу, російська журналістика вільна. У неї найбільший діапазон свободи у світі. Слава Богу, российская журналистика свободна. А у нее, наверное, самый большой диапазон свободы в мире. Есть только одно ограничение, не надо фейков про российскую армию. Но это совершенно понятно именно в наше время. Украинский язык – это наш язык, это наша мова, часть нашей общей культуры. А для Ллойда Остина это неизвестно что. То есть он точно не будет его защищать. А мы сейчас защищаем украинский язык для того, чтобы на украинском языке не говорили нацисты, не говорили те, кто делит людей на сорта. Але тут варто нагадати, що Афганістан, Пакистан, Сомалі та Бангладеш випереджають Росію у рейтингу свободи преси. І вона посідає лише 164 місце у світі, а на останньому місці – КНДР. Тим часом фанатки Путіна розпочали чергову хвилю шизофренії, а все через вибори на болотах. Вони кажуть, що крім старого діда, ніхто не зможе керувати Росією. І додають, 133 країни світу хочуть, щоб їх президентом був їх цар. Ми всі знаємо, росіяни, що у нас весною 24-го року будуть перевибори нашого президента Владимира Владимировича Путіна. Но мы считаем так, россияне, что этого делать нам не стоит. Другого президента нет альтернативы. И, во-вторых, лучшего президента у нас не будет. Владимир Владимирович все делает для того, чтобы наша Россия была богатой, счастливой, красивой. Он старается для людей. Все им довольны очень. В общем, Владимир Владимирович, я считаю так, что он должен у нас снова переизбираться и снова идти на дальнейшие выборы. В 2024 году избирать мы должны только Путина Владимира Владимировича, поскольку альтернативы ему мы вообще не видим в России, никого. И вот я недавно читала исследования зарубежных там аналитиков. 133 страны в мире хотят, чтобы у них президентом был Владимир Владимирович Путин. А уж мы, россияне, мы за него будем голосовать обеими руками. Я считаю, что в 2024 году
должны выбрать очередной раз Путина, потому что на нем все стоит. Без него мы не знаем, что с нами будет. Все основания для того, чтобы он был, должны быть на месте. Это только за него. Надо голосовать. Выберем его очередной раз. В 24-м году, я считаю, это мое мнение, что никто, кроме Владимира Владимировича Путина, не может быть переизбран на этот пост. Потому что кто, кроме него, может закончить начатое? Кто, кроме него, может управлять нашей большой необъятной страной? Никто, кроме него, этого сделать не может. Потому что только он должен начать, закончить начатое дело. И человека я не вижу, ну, большего ума, можно сказать, умища, талантища. Это только он может это все сделать, закончить начатое дело-то. И мы рады, что он будет. Я в данном случае тоже, и многие другие придерживаются моего мнения. Владимир Владимирович просто обязан идти на следующий срок, потому что ему альтернативы нет. Я ему доверяю. Обязательно на следующие выборы должен пройти Владимир Владимирович Путин. Потому что он постоянно дает поддержку и многодетным, и пенсионерам, и военным. Помогает развивать страну. Альтернативы в данный момент в нашем государстве нет. Но я считаю, что кроме Путина некого поставить, потому что он человек ответственный, он такой внимательный, он и детей, и военных, и всех поддерживает, помогает. Поэтому я считаю, лучшего нету президента. Мы считаем, что это наш первый защитник, который ведет нашу страну только в положительной стороне. Всегда помогает людям и старшего поколения, и младших. Так что мы всегда за него. Пусть он живет долго, и пусть его еще несколько лет избирают. И ему, главное, крепкого здоровья. Поищи-ка по всему миру такого человека, как наш Путин. Нифиг не найдешь. І відкриття для жителів окупованого Донецька. Російські банки не дають іпотеку мешканцям так званої ДНР, бо вони не мають русской прописки. Така сама ситуація з автомобільними кредитами. Щоб взяти іпотеку, Ростов, Краснодар, любой город России, типа, нужна прописка на территории Российской Федерации. Я говорю, типа, у нас прописка, я говорю, Донецкая Народная Республика. Я говорю, можем или нет? Напишите, пожалуйста, в комментарии, каким образом, законным только, можно получить прописку. Потому что очень хотим взять жилье на территории Российской Федерации, да, в ипотеку. Это либо будет Ростов, либо Краснодар. Очень хотим, прям, ну, в натуре уже. Мы так были настроены, что... Типа, да, мы знали, что, типа, будут какие-то трудности, да, там, типа, надо будет где-то попотеть. Ну, типа, вот так, что у нас просто перед началом этого всего беговой дорожки скинуться, это приходите с пропиской. Очень обидно, досадно, но не ладно. Очень хочется решить эту проблему. Напишите, пожалуйста, как можно получить прописку. Очень хочется здесь жить, очень. Ростов просто, ну, честно, отсюда уезжать неохота, отвечаю. Такой обалденный город, просто. Ось що відбувається, коли люди хочуть жити як в телевізорі, а насправді виходить, що живуть як і інші 140 мільйонів у реаліях руского міра. Друзі, ставте лайк. З мене наступний випуск.